Статья 47 Конституции Республики Молдова гласит, что государство обязано принимать меры для обеспечения любому человеку достойного жизненного уровня, потребного для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, в том числе пищи, одежды, жилища, медицинского ухода и необходимого социального обслуживания. Депутаты оппозиции считают, что государство в лице действующей власти нарушает право на помощь и социальную защиту граждан Республики Молдова, так как в результате их политики расходы большей части населения превышают доходы. К сожалению, то, что происходит в последнее время, прямо противоположно тому, что написано в этом пункте. Ведь посмотрите, ежедневно что-то дорожает, не только топливо, а и продукты питания, основные товары и услуги, а доходы людей не растут, и все больше граждан не могут себе позволить самое необходимое. Парламентарии просят разъяснить, является ли статья 47 Конституции лишней или устаревшей в нынешних реалиях. Депутаты также требуют объяснить, обязано ли государство принимать срочные экономические меры, если совокупный объем налогов и тарифов, возлагаемых на гражданина, превышает объем его месячных доходов. Смысл этого запроса прост. Мы хотим ясных ответов от КС, чтобы понимать, что должно предпринять государство в соответствии со статьей 47 Конституции. Или другой вопрос. Может ли стоимость минимальной продовольственной корзины превышать размер минимальной пенсии или минимальной зарплаты в стране? Ждем от суда очень подробных ответов. Напомним, на прошлой неделе крупнейший в стране комбинат хлебобулочных изделий «Франзелуца» объявил о подорожании практически всей своей продукции. Средний рост составил 29%.